несущие потери. Ювентус сыграет сегодня без Леонардо Бонуччи. В стартовом составе не оказался. Неймар сегодня. Андреа Бардзальи. Сами Хидиро 6-й. Стефано Слоне. Эдвин Юрисевич. Арбитр сегодняшнего матча. Стави, конечно, здесь впервые. Первая же атака в матче. Это Неймар. И сразу передача. Обратите внимание, насколько яркие номера защитника, два из них центральных. И вот на оборону Ювентуса в самые первые минуты оказывает серьезное давление. Неймар, опять он входит в штрафную площадь. И передача. И Месси здесь, ответный пас. Неймар, какие скорости, немедленно в звинчатую футболку Барселоны. Но внимание, штрафной удар. Это Неймар, удар по воротам. И там, кажется, кто-то из его партнеров готовится. Сейчас первая интересная атака Ювентуса. Она прервана. Трижды класснул этим самым безымянным по первой попавшейся кнопочке. Думаю о том, что цену никто никогда не вздумает уплатить. И первый удар в створ ворот прилетает. Есть помощники у него. И мяч переведен уже на правый фланг. Это тоже передача и удар. Сразу не было. Ну, хорошие две атаки. В ту и другую сторону последовали. И новое намечается у Барселоны. Неймар, передача, и это стеночка. Неймар получает ответный пас и забивает. Неймар забивает. Неймар, именно он. Это Эйнера. Хорошо, что Элихштайнер тоже удержал, в свою очередь, от нарушения правил. И Неймар, устояв на ногах, пробивает неотразимо. С этой дистанции сжать мяч, перекатывая его. Вот в штрафной площади снова Неймар. Опять это точка. Неймар, дубль Неймара. Лезет в самую гущу, собирает вокруг себя самые сливки оборонительные. Ювентус прибежал с противоположного края. Ну вот, комбинация между Неймаром и Месси. Хорошая пауза и удар. Там был свисток. Ну, кому интересно практику игр между собой. Отличная возможность для тренировок, ну и расширение своего бизнеса. Штрафной удар в исполнении Лионеля Месси. Теперь левое крыло барселонское. Атаки Дин и Неймар. Идут вместе вперед. Мяч у Неймара. Дин делает забегание. На подборе Месси. Еще один пас. Неймар! Неужели хет-трик? Нет. Матч «Маяк», показывающий всем, что вот он. Наша неотъемлемая часть. Никому мы такого футболиста не отдадим. Возможно, все-таки на тему трансфера сейчас Маркизио шепнул Неймару. Например, пробивать будет Месси. Перекладина. Звякнул мяч. И переполняют два состава сегодня. Настолько серьезно вжились в роль. Это отправляемся на перерыв. Будем смотреть, все загадывать. Вот угловой исполняет Барселона. Джорджо включается. А Самоа в комбинацию. Подача в штрафную площадь. Это прием, а не удар. А вот это похоже на удар. Ювентуса. И удар. В направлении ворот. И новый прорыв. Луис Суарес. Небольшой вираж. И удар. Вот первая проверка для Щенцева. Еще раз. Будет играть рядом с Кили. Трансферным этого лета. Который предполагает уход за астрономический. Эти разговоры ни о чем. Удар по воротам. Смотрите, как полетел мяч. Сначала вроде бы улетал мимо ворота, потом вдруг вильнул в воздухе в сторону приоткрытого уголка. Но сработал молодцом. А вот здесь он уже был бессилен абсолютно. Джорджо Кьеллини сквитал один мяч. Пошло веселье настоящее. Пошла игра и во вторые ворота тоже. Барселона. Какой был основнее? Тот, который до перерыва играл, или тот, который сейчас? С Барселоной тут все гораздо понятнее. Конечно, сейчас на поле те,
которые менее основные. Плюс 63-37 в процентах был по первому тайму. Арда Туран пасует штрафную площадь. Здесь Матья Дешильо. И вот хороший заброс. Жорди Альба. И удар поворотом, который должен был становиться голевым. Коротко сыграть на Луиса Суареса, который был рядышком. Уже вышедшую на замену. Это нормально. Крутит головой Куадрадо. В конце концов, начал он обыгрывать на месте Жорди Альбу. Не так-то это просто. Янич. Хороший заброс. Игуаин теперь там. Угловой. Бускетс. А это Дуглас. Через Алинья. Денис Суарес. Ух, как Нельсиньо. Жорди Альба. Мяч внизу. Очень сейчас красиво Денис Суарес пропускал мяч. Очень здорово они сыграли с Луисом Суаресом вдвоем. И как четко сам Луис Суарес уловил. Вернулся из аренды, получил номер 28. А вот двоечка теперь у Марло. Сюжет срастется в итоге. Вот сейчас Дибал играет. Хороший пас. Дуглас Коста. Бьет точно. Ортула успел забрать. Был найден для того, чтобы вот так спижонить. По мячу Альбы. Митити. Низом. Денис Суарес. И пошел прорыв. Алинья бьет поворотом. Довольно хитро. Туран. Матья Дешильо сопроводил сейчас турецкого игрока Барсы и помешал тому пробить прицель. Бускетс. Арда Туран. Мягкая передача. Вышел навстречу Щенсный, но Луис Суарес.